Банк России запускает новые банкноты. Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении уже в следующем году. При этом решать, какой город с его достопримечательностями будет изображен на билетах Банка России, будут сами россияне. Красноярский мост, Большой театр, Новогородский Кремль и Петропавловская крепость. Несколько десятилетий подряд на банкнотах России изображались виды городов и местные достопримечательности. Изменять традициям не стали и на этот раз. У жителей каждой территории, будь то столичный мегаполис или тихий провинциальный городок, появилась возможность заявить о своей родине всей стране. Россиянам предстоит выбрать два города и четыре их символа, олицетворяющих Россию. Сделать это можно на сайте твояроссия.рф. Участие в голосовании бесплатное.